Ребята, приветствую вас! С вами снова канал Droid Android. После небольшого перерыва мы снова вместе с вами. И сейчас же стрим с комментариями игры Tavernship Simulator фермы. Сегодня, ребят, я хотел бы с вами поговорить, либо, скажем так, показать лавку чудес. Как работает лавка чудес в игре Tavernship? Работает она просто. Вот она, лавка чудес. Есть у вас баллы опыта, например, 44 из 50. И когда вы нажимаете «Играть», перед вами появляются 9 ящиков, 9 сундуков. Вы открываете сундук и видите, что вам попалось. И за это... Вот, пожалуйста, 4 порции получил. Ну что ж, играть снова. 5 баллов. Так, есть еще подарочек. Так, нужно у нас набралось много в амбаре продуктов. И нужно их... Повторное подключение, к сожалению. Только что интернет завис. Так, что у нас... Так, на что же мы можем потратить наши баллы опыта, наши, вернее, продукты? Ну вот мы их потратим на изготовление корма. Еще. Так, а теперь возвращаемся в лавку чудес. Так, еще сделаем пару хлебов. Так, ну что же, продолжаем лавку чудес. Играем 5 баллов. Так, ну что здесь у нас? О, приятно. 4 зелененьких. Бакса, наверное. Далее еще. О. Один драгоценный камень. Играем снова. Ну давайте по центру. Вообще-то я не знаю, что это такое. Еще в игре на 35 уровне такая штука не появлялась. Еще сыграем. Блин, сам не знаю, что это такое. Сыграем еще. А, ну это уже есть баранка с шоколадом. Это неплохо, неплохо. Еще разок сыграем. Две шляпки. Ну, так себе. Так, и уже у нас баллов опыта не хватает. За один присест тратится 5 баллов. А у нас сейчас только 4. Где можно их взять? Взять их можно, помогая другим участникам игры этой. То есть они делают заказы, например, у них не хватает, например, тех же шляпок. Вы смотрите вот список друзей, либо найти друзей, либо тех, кто помог. И вот открываем, например, видим, кому что же ей нужно. А нужно 2 единицы чего-то там, сахарной какой-то патоки, потому что делается она из сахара. Ну, к сожалению, не можем помочь. Давайте попробуем помочь кому-нибудь другому. Ой, этой штуки нет у меня. Ну, давайте этому. Так. Блин, и здесь у меня этого нет. Кому же помочь? Чтобы вы посмотрели, как появляются баллы опыта. Да, к сожалению, никому мы не помогли. Ну, чтобы вы знали, вы помогаете другим пользователям этой игры, другим участникам игры, и за это получаете баллы опыта, которые находятся здесь. Вот, например, 5 писем. И вы за эти 5 писем, это есть как бы благодарствие за помощь. И вот уже у нас 9 баллов для того, чтобы взять участие в лавке чудес. Неплохо, неплохо. 2 бакса.
Ну, уже все. У нас уже опыта меньше. То есть очков опыта меньше в лавке чудес. И поэтому мы уже не можем помочь. Не можем сыграть в лавку чудес. Ну, а теперь, ребят, у нас еще остается время. 5 минут всего лишь записи. Я предлагаю вам просто посмотреть на то, как сейчас будут отправляться, например, заказы вертолетом. Посмотрим, может, что-нибудь купим в лавке. Ребят, ну что же, посмотрели мы на то, как используются баллы опыта за то, что вы помогали другим пользователям, и как эти баллы можно потратить в известные лавки чудес. А теперь, так как время уже как бы прошло, все баллы для лавки чудес мы использовали, давайте просто посмотрим. Стрим, в принципе, еще продолжается, всего лишь 6 минут мы записали с вами. Давайте просто посмотрим, как используются просто другие товары, покупка продуктов, как продукты готовятся, как мы зарабатываем денежки, например, вот на доставках продукции, и отсылаем. И получаем и деньги, и баллы опыта. Так, что у нас здесь? Здесь у нас приготовили мы чипсы. Попкорн сделаем. Ну, все у нас здесь пока что нет. Нет баллов. Нет продукции. Так. А пряжа, полотно у нас этого очень много. Так, можем сделать еще один свитерок, рубашечку, да и все как бы. Так, с молока сделали мы побольше сыра, масла, сметаны. Так, что у нас? Хлеб. Ух ты. Нам нужно зерно. Ух ты, нужно зерно и кукуруза. Так, что мы можем сделать? Так, что, сколько у нас? 5 клубничек. Мало, мало. Так, мы можем еще выполнить заказ. Полетели. Клубника готова. Заказ тоже готов. Посылаем. Так, что можно еще, ребят, использовать? Ну, давайте посмотрим. Вот нужна кукуруза. Так, что здесь можно купить в лавке? Ну да, давайте хлебушка еще подкупим. А, отлично, этой штуки еще 2. Одну картошечку. Да как бы и все пока. Вот, снова заказ. Так, а может, ага, посмотрите, что-то у нас какое-то новое уведомление.
нам помогли. Кругом нужна кукуруза. И нужен хлеб. Возвращаемся назад. Слушайте, амбар полон. Да, нужно немножко амбарчик опустошить. Так, давайте попробуем помочь другим пользователям. Ну, вот этому. Угу. Не поможем этому. Блин, да что ж такое? У них такое, что у меня нет. Просит продукты, которых этот есть. И вот за это мы получим баллы опыта. Есть. Ну, нам недавно помогли. Давайте посмотрим, что нужно. К сожалению, нет. К сожалению, уже отдал. Не помогу. Не помогу. Может, этому пользователю помогу? Конечно, 25 единиц шерсти. Зачем столько? Здесь помочь не могу. Возвращаемся к себе домой. Кукурузки прикупим. Вернее, соберем. Ребята, новый уровень, 36-й. Поздравляю вас и себя. Новая постройка открылась. Отлично.
Так, далее, что нам нужно? Варенье там есть у нас. Так, нужно что-нибудь продать из амбара. Ну, конечно, это. Молока немного. Печенье. Потому что всего много очень. И снаряжаем новую экспедицию. Так, сделаем хлебушка. И сейчас сделаем немного корма. Ну что же, нужна морковь. Далее нужна кукуруза. И шелк. Так. Новый заказ. Так, ну что же, в шахте немного подобываем ископаемых. Ого, здесь неплохо. Ну и все. Что может есть? Да. У нас есть на переплавку руда.
костюмчики делаем. Ребят, ну как бы и все. Основная задача, которую я ставил перед этим стримом, просто показать, как проводится своеобразная лотерея в игре Township. То есть помогаем другим пользователям, помогаем, получаем баллы опыта, и этот опыт тратим в лавке чудес и своеобразная лотерея. Всем спасибо.